триллион. РИА Новости. Более 450 тысяч звонков и почти 197 тысяч СМС поступило к прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, которая пройдет 7 июня, сообщили организаторы мероприятия. По данным на 12.00 воскресенье, уже поступило 451 085 звонков, 196 557 СМС, а также 17 644 сообщений в виде ММС. Помимо этого, в формате видео через приложение пришло 3338 сообщений, посредством видеодиалогов направлен 3681 вопрос. Возможностью задать вопрос президенту на специальном сайте воспользовались 74 тысячи раз. Как отметили организаторы, через социальные сети в текстовом виде поступило 20 053 сообщения, в формате видео – 589. Текстовых вопросов, отправленных через приложение, оказалось 18 550. Ежегодная специальная программа «Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным» начнется в полдень по московскому времени 7 июня. Глава государства в ходе общения с россиянами ответит на интересующие их вопросы.